должник, которого я говорила, заходил, общался с людьми у костров часами, заходил в палатки и помогал организовывать тайный совет палаток, не аполитичных, а тех, которые не поддерживали ни одну из партий, которые. Und einer dieser Künstler ist dann eben auch von Zelt zu Zelt, von Feuer zu Feuer gegangen und hat versucht, ja, so eine Art geheime Räte zu organisieren von diesen Leuten, die sich eigentlich keiner politischen Richtung zugehörig gefühlt haben. Приобщение к такому тайному совету – это было там, мое первое вливание в какую-то активность на Майдане. И я, ну, меня она заинтересовала, потому что те, кто участвовал в этом совете, это были гражданские активисты, которые против национализма, против милитарности, то есть они отказывались вступать в сотни, потому что многие на Майдане были организованы в сотни самообороны, а эти люди говорили, мы не хотим это, что это, солдафоны, зачем, и им говорили из сотен, ну, организуйтесь тоже в сотни, может у вас быть мирная сотня, но также проще будет начальник, и можно ему сказать, там, что делать, а он своим подчиненным передаст. Они говорили, не надо нам эти начальники и подчиненные, мы по-другому хотим сделать, мы хотим сделать такой совет. Und über diese geheimen Räte ist Nina eben dann auch in die Aktivität auf dem Maidan gekommen, denn diese Leute waren fern von Nationalismus, fern von jedem Militarismus. Es gab ja auch die Hundertschaften, die sich organisiert hatten, zum Teil bewaffnet, die eben auch versucht haben, die anderen zu überreden, sich in Hundertschaften zusammenzuschließen. Ihr könnt auch gerne friedliche Hundertschaft sein, aber dann habt ihr es ja einfacher, dann habt ihr einen Anführer und mit dem wird gesprochen und der gibt es dann an die Untergebenen weiter. Und das war eben genau das, was diese Menschen nicht wollten. Совет этот был тайным по той причине, что против него были, с одной стороны, официальные медиа и полиция, которые существовали вне Майдана, а с другой стороны, такая более официальная структура Майдана, в которой большой вес имели либо представители партий, трех оппозиционных партий, либо сотники вот этих милитаризированных людей. Und diese Räte waren eben genau deshalb geheim, weil zum einen eben die Polizei und die offizielle Politik davon nichts hielt, aber genauso wenig eben die Politiker, die aus den drei Oppositionsparteien kamen, die auf dem Maidan aktiv waren und auch die Vertreter der Hundertschaften wollten davon nichts wissen. Несмотря на это, эти люди там оставались на Майдане, они приехали из разных городов, большинство из них жили, и одной из целей вот этого совета было обеспечить дрова, освещение и продукты для тех, кто не сотрудничает с партией. Die Leute auf dem Maidan sind ja aus den unterschiedlichsten Gegenden gekommen und eine Aufgabe dieses Rates war eben, ja, Licht, Feuerholz und Essen für die Leute auf dem Maidan zu organisieren. Потому что вот это материальное обеспечение было очень много желающих пожертвовать что-то на Майдан. И некоторые люди приходили, просто бросали там, ну, куда увидят вот эти коробки, куда собирали деньги, вот в любую бросали или там приносили где-то в штаб, там вот этот штаб в сотен. Но, в общем-то, они не хотели поддерживать оппозицию, они хотели поддерживать как народное движение. И нужно было установить какую-то вот, ну, систему наладить. И вот налаживанием системы, чтобы получать какую-то материальную поддержку в обход штаба, вот централизации, вот этим занимался этот совет. Die Spendenbereitschaft für den Maidan war generell sehr hoch. Es gab also einfach auch Kästen, wo die Leute das Geld einwerfen konnten. Oder es gab eben die Stäbe der Hundertschaften, wo man es abgeben wollte. Wer aber gesagt hat, er will jetzt nicht die Opposition unterstützen, sondern es geht darum, diese Volksbewegung zu unterstützen. Für den war dann eben der Geheime Rat eine Möglichkeit, da eine Struktur zu finden, wo das Geld eben dahin kommt, wo es auch Sinn macht.
Другой такой интересной для меня инициативой стал Гражданский совет Майдан. Это была платформа для координации гражданских инициатив. Что значит гражданские? Это, опять-таки, никаких представителей профессиональных политиков. В смысле, никаких партий или тех, которые вот, оппозиционные, или любых, которые когда-либо собираются участвовать в выборах. И этих организаций там было на конец января 84, это довольно много. Это только те, которые вот что-то делали для Майдана. Und dann gab es eben noch den Bürgerrat, eine andere spannende Initiative. Das waren Vereinigungen unterschiedlicher Organisationen. Also ganz wichtig war, dass auch die überhaupt nichts mit irgendwelchen offiziellen Politikern zu tun hatten. Und der Stand Ende Januar waren 84 zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich da zusammengefunden hatten. Die also nur für den Maidan konkret gearbeitet haben. И в этом секретном совете, и вот в этом гражданском совете Майдана решения принимались консенсусом, то есть не голосованием, а если кто-то один против, то есть представитель одной из организаций или один из участников этого маленького совета, то решение должно быть доработано. Ну, нельзя исключать там, часть участвующих в принятии решения. Und sowohl der Geheime Rat als auch der Bürgerrat hat nach dem Konsensprinzip funktioniert. Also das heißt, sobald einer gesagt, also es ist halt nicht abgestimmt worden, sobald einer gesagt hat, ich bin dagegen, dann war klar, man muss einfach nochmal an der Sache arbeiten, bis man das so weit verfeinert hat, dass jeder zustimmen kann. Потом я присоединилась к инициативе оккупации университета. Она мне понравилась, во-первых, тем, что это выход Майдана за границу вот этой территории Майдана, а во-вторых, тем, что оккупация — это создание пространства для, ну, когда, где люди могут приходить, общаться и как-то изменяться, становиться политическими субъектами. Und dann hat Nina sich in der Besetzung der Universität angeschlossen. Das Faszinierende daran war, dass es eben zum einen eine Aktion war, die über die Grenzen des Maidans rausging und dass es auf der anderen Seite eben auch einen Raum geschaffen hat, wo Leute sich treffen konnten, um auch ja, miteinander zu reden und ihr politisches Bewusstsein zu entwickeln. Это оккупация университета, которая в университете просуществовала несколько дней, потом перенеслась в одно из зданий, когда оккупировали третье здание на Майдане, переместилась туда и стала называться студенческой ассамблеей. И это уже стало такой инициативой для того, чтобы студенты, которые вот шатаются по Майдану, хотели бы что-то делать, но им надоело просто бутерброды нарезать, могли вот использовать эту платформу для того, чтобы делать какие-то протестные акции или протестные образовательные мероприятия, наполненные неким смыслом для них, как для студентов, и для них, как для студентов, которые хотят что-то изменить, но предпочли бы экономические способы давления, то есть забастовку насильственному, тому, что происходило в тот момент на улице, то есть насильственному столкновению с полицией и вот там, вступление в какой-то контакт, где уничтожаются чьи-то тела. Die Besetzung in der Universität selbst hat nur einige Tage gedauert und dann sind die Studenten umgezogen in das dritte besetzte Gebäude des Maidans. Also es war dann eine studentische Assemblea, wo einfach der Raum war für Leute, die sich einbringen wollten, die halt mehr wollten als irgendwelche Butterbrote schmieren, die also dann auch so als Studenten ihren Ansatz hatten, was in eine Richtung zu machen, die auch in Bildung geht, die in Entwicklung geht und eben was anderes ist als diese gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie sie eben auf Maidan auch stattgefunden haben.